Проезд в столичном метро, трамваях, троллейбусах и автобусах может подорожать сразу до 5 гривен. Совсем скоро, уже с Нового года. Такие заголовки появились накануне в интернет-изданиях. Мол, город-администрация уже подала на утверждение в Кабмин проект с новыми тарифами. И теперь дело за малым решением правительственных чиновников. Опровержение последовало немедленно. Так к чему же готовиться киевлянам, разбиралась Ирина Романова. Проезд в киевском метро после Нового года обойдется в 5 гривен. Слили информацию источники в Кабмине, причем во второй раз. В первой все удовлетворились опровержением этой информации. Так вот, бумажные талоны и жетоны метро заменят один единственный электронный билет. И стоит он будет не 1,5-2 гривни, а целых 5. Правда, ездить по нему можно будет целых 75 минут на всех видах коммунального транспорта, кроме маршруток. Хочешь сэкономить, купи проездной. Либо на количество поездок от 10 до сотни, либо на время, месяц или год. Цена годового, кстати, внимание, 2500 гривен. При этом ни слова об улучшении качества перевозок. А полгода назад глава город-администрации заверял. Те, что вартість квитка буде залишатись, яка є сьогодні, то це факт, я можу заспокоїти киянцев. Успокаивают на Крещатике 36 и сейчас, мол, ни о каком повышении до 5 гривен с 1 января и речи быть не может. Но подтверждают, в Кабмин действительно обращались с просьбой изменить порядок расчета платы за проезд. И советник Александра Попова стал более откровенным. Когда мы смотрим, что делается за рубежом, как тарифицируется, то есть там порядка 10 разных способов оплаты проезда. Как только мы приступим к разработке тарифов, то есть информацию никто эту прятать не будет. Приступят, когда придет ответ из Мининфраструктуры, но там пока не знают, что ответить Киеву. А пока суд додела, частная фирма из Харькова уже вовсю готовится к работе. Ведь именно ей еще весной город доверил внедрять новую схему оплаты проезда в Киеве. Будут устанавливаться по условиям с конкурсом новые автоматы для пополнения карточек. И не только. Эта же фирма будет собирать и плату за проезд, оставляя себе 8%. Директор института города удивлен, ведь это лоббирование чьих-то бизнес-интересов. Міська громада є хазяїном міського транспорту. І чому хтось повинен на цьому заробляти? Це велике питання. Літо метрополітеновці навіть збирались бастувати по цьому поводу. На сьогодні і вони, і інше комунальне підприємство «Київпастранс» помалкивають. Зато київляни, узнав про можливе подорожання проїзду, громко возмущаються. Ну, дорого, воно неефективно для мене буде, да, невигідно. Звісно, плохо. Ну, потому что столько мы не зарабатываем, чтобы столько платить. Нельзя. Почему? Потому что сейчас народ очень бедный. Нельзя. В Харьковском метро после введения новой системы оплаты проезд подорожал с 2 до 3 гривен. А занималась этим та же фирма, которая выиграла тендер в Киеве. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал «Интер».